Мы продолжаем знакомить наших телезрителей с мини-тренировками в домашних условиях. На этот раз свое мастерство показывают воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер один курорта. Чтобы поддержать свой организм и физическую форму, присоединяйтесь к тренировкам. Это просто и очень полезно в условиях малоподвижности. Оставайтесь дома и берегите себя и своих близких.